Всем привет, друзья! С вами Коржик Скучный, это Русская Рыбалка 4, значит. Смотрела сегодня душного дриллера, который считает игроков Русской Рыбалки помойкой. И он говорит, что нашел какую-то новую точку на леща. Ну, вернее, не нашел, а типа постоял немножко, и там ему что-то не понравилось. Я же решил проверить эту точку. Думал, что тут ничего клевать не будет. Клевать, вернее. И, мягко сказать, охренел, если честно. Значит, ловил я полчаса, как обычно. Сейчас, друзья, довытаскиваю. Видите, что творится? Это жесть просто. Сейчас. Сейчас все будет. Друзья, я вам покажу садок. Это что-то с чем-то. Не, ну, конечно, не что-то с чем-то, но мне понравилось. А, зачем я забрасываюсь? Я уже все ловил. Так, все. Пустить, положить. Ладно, пусть лежит. Короче, друзья, точка находится в квадрате B6, координаты 15-38, клипса, как всегда, 15 метров. Значит, заброс. Значит, как друзья, я решил сейчас забрасывать бланки. Значит, если сказали точкой 15-38, приходишь на 15-38 и кидаешь тупо прямо. Тупо прямо, перпендикулярно берегу. Потому что сначала я пришел, я забрасывал, смотрите, на вот тут вот уголочек, что-то мне не понравилось. Только начал забрасывать прямо, и начал забрасывать на вот эти вот, видите, два пятнышка. Ночью эти два пятнышка становятся черными пятнышками. Я вот ориентировался просто вот перпендикулярно берегу. Вот видите, как они лежат. Просто прямо. То есть не под наклоном, не туда, не туда. То есть если бы нужно было бы забрасывать немножко левее, то мне бы сказали бы точку, например, 15-14-39, например. Понимаете логику? То есть если вам говорят точкой 15-38, то просто приходи и кидаешь прямо, и все. И проблем не будет. Так. Надеюсь, разобрались, куда забрасывать. Так, ну все, уже утро, уже неинтересно. Да что ты будешь делать? Значит, клюв мне понравился. Очень понравился. Возможно, эта точка станет популярнее, чем прошлые точки. Все, хватит ловить уже. Это, значит, смотрите. На что я ловил. Значит, стандартная моя сборка, без поводка, крючок красный. Тесто творожное, прикорм, конопля, кастер у меня называется. То есть это стандартный, это крафтовый прикорм, который все любят. Но я там чеснок поменял на конопляное масло. Просто поэкспериментировать. Вот. Можете ловить, ну, само собой, в основном все будут ловить на кормушку. Поэтому я разницы, если честно, сильно не вижу. Может, ПВА просто лучше, быстрее растворяется. Не знаю. Просто я сейчас стал на ПВА ловить, на кормушку то же самое будет. Мой совет, ловите на вот такие вот кормушки. Вот, на такие вот коричневые. Выбирайте самые маленькие, самые легкие покупайте. Даже если такая у вас кормушка, купите самую легкую, самую маленькую, вернее. Вот по граммовке, чтобы она была самая маленькая. Так, разобрались. А, и перед забросом я закинул одну ракету. Одну. Я теперь кидаю одну ракету. То есть сначала я кинул туда, половил, что-то мне не понравилось, а потом я туда закинул одну ракету, и все, больше я не забрасываю. Потому что есть такая мысль, что рыба перекармливается, если слишком много спода кидать. Так, давайте посмотрим мой садок. Так, я ловил, это моя старая рыба, ловила леща. Вот, одну минуту назад последнюю достал обрывался. Вот, 3, 4, 5, 6, ну вот, видите, да? Это. Леща здесь больше нету, кроме моего вот этого последнего садка. Вот, 33 минуты назад и 1 минута назад. Ну, 33 минуты, короче, я ловил. Вот. Больше у меня здесь леща нету. То есть можно выбрать так вот лещ, и у нас будет весь лещ за эту ночь. 10, 20, 30, 39 хвостов, друзья. 39 хвостов. Теперь телепортируемся на базу. Посмотрим, сколько получилось бабла получить.
Тогда мы телепортируемся на базу и глянем, сколько заработали мы денег. Значит, сюда лещ. Вот 3 минуты назад, который только что был. Выбираем все. 206 монет. Друзья, 206 монет за ночь. Почему нет? Я думаю, вполне хорошая точка. Потому что сейчас 42, 32, 51, 42 уже потихонечку вымирают. И есть смысл перебраться на эту новую точку. Так, ну что, все вроде сказал. Все вроде сказал. Значит, друзья, давайте я устрою небольшой подарочек. Так, кормушки, кормушки. Значит, друзья, тот, кто первый мне напишет в игре на вот этот вот ник, дай кормушки, я отдам вот эти вот 4 кормушки. Кто первый? Так что, кто первый посмотрел, вам повезет. Дальше что-нибудь еще подарю. У меня тут еще много всего, чего интересного есть. Первый, кто напишет, тому подарю. Но на ютубе тоже напишите комментарий свой. Любой. Все, пока.